Да, в десятку выходили, ты просто пошел, блядь, и А, убил я меня. усы, ну, уснул, что бывает. Человек просто, прикинь, сколько времени проводит в овер, аж ну вот засыпает. Ну. Не, вечером бывает, устанешь за день, блядь, что-нибудь сядешь и все, усыпаешь. Ну да, вар такой хорошенький. Ну, неплохой, я бы сказал, вообще неплохой. Так же будет дамажить, наверное, как Биг Демна. Да, я вот что-то замечаю, у меня аж возмущения какие-то. Я как вот чем выше лока одевать, тем ниже, бляха, ДПС. Это не ДПС ниже, просто люди больше лучше одеваются и да, догоняют. Обгоняют тебя, блядь. Да, нет. Дело в том, что вот я как был там, похоже, ТТГшных у меня не было, там вот там тыняк, там долгонога не было. Часы были. Я там 21, 20 давал, 22. А сейчас, блин, до таких размеров дойти, я не знаю, тут мне палец сломается. А чё вы, блядь, это... Ну-ка, чё там? Да им сумон поприходило, они вот ждут. Да нет, ничего еще не приходило. Не, оно пока до тебя не дошло, но вот тебе прошел, пришел. Бля, ну вот это вот новое, вот это вот, что тут показывают, где кто, вот это прикольно показывает. Нет, это ж никто не сумонил. Так, кого вот на связи пришел сум. Я хуй знает, я вот тут метку ставлю. От луны кружка ромбика есть там 8 метров? Что-то не знаю, блядь. От луны кружка и ромбика? Сейчас встань в ромбик. Сейчас я посмотрю. Восемь. Сука. О, он еще и армс. Да-да, он армс, кстати. Они сейчас стали, кстати, хорошо допасить стали. Да, да, неплохо. Я все сделал армса вчера. Так, что Лингрен ДД, да? Ну да, давай. Так, ну давай. Значит, чё? Палы тоже, я думаю, не сдохнут, тоже на силу атаки. Давай посчитаем, сколько у вас там. Керсори. Вулгрим что-то не отвечает в ПМ. Так, три вара, два ретрика. Это что уже? Хурюк. Хукмастер тоже на ДД будут. Это что, это 7, да? А, инвизим 8. А вот давай кину, лучше выпить саппорт, блять. У него ни хилок, ни хуя, сейвов нету. Так. Сейчас я там... Я приболел немножко, у меня это... Вчера началось, это горло немножко болит. Сколько? 8, не сколько я насчитал, блять. Так. В третьей ячейке там берите армейцы. Вот на миликов. Потом кто с РДД точно не сдохнет. Ой, я лучше саппорт выпину его. Так, кто там, блять, у нас? Призан еще, Энх еще призан. Призан тебе надо это? Или ты саппорт будешь призан? Или ты взял? Кинь саппортов. Не, я возьму саппорт. Так, давайте хилы саппорты. У меня саппорты есть еще. Кидайте трейд хист шелфир. Да, кидайте. Вот в третью ячейку саппорты кинул. Возьмите тоже. Ёбаный в рот залагало. Так, и чё там? Совы вы как? СПД, да? Так, СПД. А как вы там одну банку? Или я это одну положил, блядь, странно.
А, может, одна оставалась. Так, СПД. Так быстрее, чем через обмен, блядь. Этот. Ну, я не знаю, маги, это, чё пьёте? Сапрот или СПД? Киньте нас с рарником в разные группы, мы бафнем. Угу. Кинул. Вот так вот лучше. Так, теперь по меткам. Шектор, звезда. Так. Вы в каких спеках там? ДЦ. И холик, да? Понятно. Чё, ДДшных классов, понял, да? Чё, тебе не досталось? Не-не-не. Вот еще две. Так, по сейвам, значит, чё у нас? Я так и подумал, я буду на первой взлетке давать. Столик поставьте. Ты на связи на второй, не зыбку, значит. Шектор также на второй с ним даешь сейв. Угу. На первой взлетке, я вот не знаю, надо как-то подсейвиться. Ну, блять, вроде нормально живем. Ну, на первой взлетке получается МА, один паладин, давай я Лингрен отдам. Угу. И какой-то танк МА сейв сдаст. Так, МА не зыбка, да. Потом на второй взлетке будет на связи и Шектор. И я потом, у меня откатится там уже после взлетки, когда она будет кредить, я там еще дам второй раз. Да, там на этот, на пакт надо сейвить. Да, да, и у меня как раз ЭМА тоже должно откатиться, я тоже дам. Угу. Так, ну и по гимнам на ХП. Смотрите, ну давай на первой взлетке сдашь не люблю. Блять, или нет, давай Геншин на первой взлетке. Зубы по себе и на первой взлетке гимн. А на второй взлетке не люблю зубы по себе и гимн. Ну и, соответственно, здесь поле челика, который бежит с фером тотема. У нас сейчас всего лишь два на антифир. Смотрите, там, если в вашей пати нет... Ну вот в хиловской пати шаман и вот у рависта лока Invisible Sun. В принципе, Invisible Sun поживучий, могу довокина свичнуть с ним. Вот так вот, чтобы на довокина тотем был. Ну, тотема опять же тоже есть рейндж, поэтому, чтобы не сдохнуть, там не забывайте такую фишку вот в центр прибежать. Она фернет, и вы из центра не добежите до луж. Лужи в две полоски слева, две полоски справа лейте. Если есть возможность куда-то сюда на ступеньку бежать, это будет только бонусом. Места больше будет на взлетке. Ну, в принципе, вы все знаете по укусам. Я рыбу ставил, нет? Нет, не ставил. Ставил. А, сам не понял просто. Так, ладно, сейчас покушаю и, ну, через макрос релот сделаю. На СПД сменю и больше будет. Я в демоне тогда пойду. Народ требует демона. Ну, конечно. Конечно, демон. Еще бы в демоне дамажит, чтобы прям 20 тысяч хотя бы начать. Самое главное, это, ребята, ну, по приоритетам, вот смотрите, давайте подумаем. Кого кусать, кого не кусать. Вот у нас слабых в рейде ДПСера, но вот этот Тролл Д меньше даст. Я вот Лингрен слабый. И Лингрен, да. Ну, допустим, Тролл Д это РДДшник, у него преимущество перед Лингреном. Вот, то есть, имейте в виду, у нас, что, 5 хилов, 2 танка. Это получается ДД, сколько? 18 человек. Вот. То Тролл Д не кусайте и Лингрена. Лингрена не кусайте. Это в крайнем случае. Да, это вот если найти не можете. Вот всех остальных берите там на вооружение. То есть они все больше. Локи похоже не кусайте. Лока. Лока, ну, а я не знаю, от этого СПД же не вырастает, да, там от укуса. Нормально, без всякого учения. Тебя будут кусать, когда 8 человек будет укушены, тебя будут кусать. Вот, там уже... Последняя очередь просто. Да. У меня 5200 сейчас СПД. Ну и это на будущее. Если вдруг сейчас прям у кого-то нету фреймов и не видите укусы, исправляйте эту хуйню. Это последняя неделя, когда так. Ну, потому что я не знаю, у меня очко горит с того, что вы не видите, ну, что на ком есть укус, на ком нет. Вы это должны видеть, это, ну, обязательно. Это не обычка, где на расслабоне, блядь, 10 человек упало и можно добить. Пока что.
Да, либо Вуду качаете, либо редфреймы вот эти сейчас сироссовские ставьте. Главное, по группам их поставьте, а не в линейку. И будете видеть, где хилы, в какой группе там кого там укусить и все такое. Они прочее. Не сироссовские, они близзардовские. Ну, я говорю, сейчас сироссовские. Да, Вакин, ничего не хватает. Допустим, если ты зайдешь сейчас на циркл, там же другие редфреймы. Ну да, там это, ну как они, блядь, на вас величай сделали с этими фреймами, и они сразу это скелет спиздили, сразу сюда вот воткнули. Вот же тут. Нет, кстати, удобная вещь, кстати. Ну. Да, удобная вообще. А можно спросить один вопрос? Давай. А почему после второй взлетки никогда массейв не назначается? Мы отдаем, почему? Назначается, не, ну, сейчас я говорю. Ну, подождите. Ты имеешь в виду на пакт? Каждый раз кто-то по своей воле только что-то ставит. Ну, у меня пакт, как раз МА откатывается. Да, как раз когда пакт, сразу укус идет, и сразу после этого... Я об этом уже говорил, ты, видимо, отходил. Я буду сейв давать. Я на первой взлетке даю, и после второй. У меня откатывается двухминутная. Ебашьте, да. То есть там мастер-аур будет, и там все будет, там сейвов дохуя. Ну, хоть так, спасибо. Не за что, обращайся. Стой, благодарствую. Все готовы? Всегда рады помочь. Да, тебе, блядь, с первого трая это не гоньте. Да. Что здесь стереть, это что-то я не понял. Говорит, обещали дать, а не дали никто. Кто у вас, блядь? А-а-а. Ложимся. Самый быстрый трай. Я могу сказать, трай. Почему. Я тоже. У тебя не получилось. Вы когда напуливаете вас, ну... Не хочу ругаться, конечно. Но... Немножко должны понимать соотношение. Вот вчера было два роги и два ханта. А сегодня один рога и один хант. И разницу чуете? Или, ну... Похуй, да? Ну, мне просто интересно. Говном завоняло каким-то. Да тебе вообще нельзя бить, чё, блин, сразу. И зачем ты встал лок, скажи мне? Ну, бас. Хочешь, чтобы рейд был долгий просто. Рисок, я твою патишь. Блять, был бы какой-то аддон, чтобы смотреть, сколько агра дает этот, блять, хант. Или если чисто математический вомен смотреть, то то количество, которое он сам себе накидывает, или оно там не пишется. Ну, блядь. Думаю, да. Оно там серым у него становится, он когда напуливает. Или я не знаю, что, блять, не помню. Чем вначале попробуй посмотреть. Перенаправление урона же просто идет все. Ну, все лавро просто идет на танк, пока активен стоит. Если ханта и рога не дамажат, то и на пола не будет. Да, так и есть. Но там именно не дамажит, там именно оружие, оно от критов больше генерируется. То есть если хан дал на пулу, там как давай критовать, блять, тогда заебись на пулу. А если он не критует, то никакого толка к вам напоет. Нам очень хорошо иметь ШПшника первым. Это замечательно. Но хуй с ним, раз так не получается, топа ты на Войда напуливай, да Вакин на Шалфира, ебани. Вот, но смотри опять же по этой хуйне. Я не знаю, как там будет, как другие будут дамажить, обгонят они его или нет под Хантовский на пулу. По Хантовский он слабее. Только не сразу, давай через секунды 2-3 на пул ХП. Роги на пул чем круче, он под сирусом, ну под сирусовской хуйней он дамажит, как бы, так-то у него стандартно не такой сильный на пул. Но он дольше хантовского длится и тем компенсируется. Еще у него фишка тем, что он эти маленькие хитрости дает на того, на кого напуливаешь, и он увеличивает ему дамаг, тем самым агро увеличивает.
Ну, это вначале на тебя на пулю, а потом опять на него, если укусят, будут кидать. Да, да, пошмаш. Конечно, на укус именно обязательно надо, чтобы ты напуливал, потому что на укусе человек агро вообще не генерирует. Там дальше у меня с агро нормально будет. Вот это стартовая пуловая агро, блядь, очень важная. Я 6 ЛПшек дал с усиления, но откатилось только с 7 по 9 кидать, я 7 кинул и уже шалфир забрал. А когда я нажимаю таунт, я 2, ну, таунт нажимаю, блять, получается что? Он, короче, ну, так набирал агро до хуя, что я нажал таунт, и он этот все равно в первую строчку вышел, а она кусает второго. Могу с пула длань спасения кому-нибудь давать, ну, сальву. А надо подумать, кому. Ну, баром, наверное, нет? Нет, совом. Мне дайте, пожалуйста. Совом? Да, у нас старфолы начинают. Давай Лингрен будет давать Вадикону. Там, смотри, там еще есть Арамс Вар, который по-любому заберет опус. Ну, я тоже про Вара хотел сказать. То есть на него может кидать, по-моему говоря, чтобы он не поймал вначале. Там у вас же не одна сали. Это вопрос. Ностальгию вместо Лингрена стоит брать? Он больше даст? Ностальджи? Ну, примерно, у нас примерно одинаковый дамаг. Там на сурке притон, посмотри. Там притон зашел. Где он там? Притона шкаф, можете. Поставьте. Притона вместо трулды тогда. О, пусть притон в демона. Он-то шарит. Да, трулды почили, что да. А как хорошо. Портанись там в этот. Валоран. И там, если что, вот трулды, кто там на замене еще ностальгии, не забудьте в конце рейда плюсануть, потому что я вчера накидывал челиком. По-моему, вот Фокс не зашел. Может еще кто-то. Это же ваше ИП, ну, я не знаю. Я могу не запомнить всех. Да. Ну. Как сказать-то, блядь, не в детском саду все-таки. Чтобы я там каждого искал, по одному накидывал ИП. Сильно уж я. Взрослые люди же. Это. Все, в игрушки играете. Ну, блядь. Где еще Шектор? Это не с кем. А я тебя накидывал, нет, на этом КД? Нет. Что-то Акиса куда-то делся. Что там, багруху захотел, блядь, ИП косарь скидывать? Да нет, просто вспомнил. Как раз про ИП начали. Тебя рыбу ебану. Так, вот рыба. Так, притон, ты в дисе? Не забыл там тактику. Он дестрик, кстати говоря. Короче, и Лингрен в Адикону с пула прям с Альвукин. Там определитесь, другие палы кому там кинете. Да, да, дай в него. Локи пока раздупляться сейчас. Я не знаю, что. Если не успею. Блин, у меня есть. Ты в демона спекнись, притон. Ты в нем вроде как лучше шаришь. А, не слышишь? Надо написать. Разве сила не полезнее будет, чем крит 80%? А сделать чек на АФК? У нас его вообще тут нет. Да, он спекнулся.
Так, все готовы, да, я учу. 5, 4, 3, 2, 1. Вести нерпа не люблю. Потому что истерия есть, кидайте пока это. Надо то после. То по мутикам истерия бесполезна, если честно. Потом, если что, буду вторую кидать тебе. Следующий тени с фером, смотрите, там внимательно. Вроде кот, давай по не люблю и мир. Я, короче, хурикалку, что хурику лестницу оставайся, а шалфир пэсса куда укучишь. Если он близко будет. Давайте смотреть, я хочу буду. Давакин хурикалку. Стоит в луже. Внимание, блять, издыхает. И весь рейд в эту лужу забегает. Страхи закинуло. Там просто лужа, ну, 10 стоит. Да, я вижу, ну. Беги, малышка, беги! Ты чё, Довакин, вылетит? Или нет? Говоришь, что да. Но у него это часто, что он вылетает. Ему я поверю, кстати. Свет вырубил. Он пишет, сори, завис. Я не вылетел, я завис. 59% до взлётки. Это на самом деле очень хорошо. Не, кстати, бывает такая херня, как ты залагаешь на там 3-4 секунды. Ты главное мутхик, мупхик, мурхик, блять, ебаный в рот, тело свое не покидай, блять. Тебя тут треснут и шкаф будут ставить. Там притон, все нормально. Мифик. Притон не встает. Мурзик. 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 Ебаный покос, бля. Не одно, так другое, блять. Здорово, пацаны, наконец-то я услышал вас. Здорово. Здорово. Бесплатные вайпы или как? Пэса, почему бесплатные? Вон дали, все нормально. Ты вон глянь. Это, сотка-то осталась. Просто видишь, у нее причина какая была, лаганул. Сейчас подождем трай, когда никто не лаганет, еще укусы не проебланят. Может быть, убьем. ДПС впритык очень тяжело играть. Да, блять, пиздец, не говори. Призон, у тебя дом стоит, а авторез быстрый, да? Или чё?
Он вторец. Слушай, ну, не люблю, короче, меня эта хуйня не устраивает. Спека себе в ДСшника, блядь. Он в абсорбе, мне кажется, больше даст, чем в этой залупе. Как ты думаешь, Геншин? У тебя сколько абсорба? Ну-ка, чек. Думаешь, меньше даст? Ну, нет, он полезнее будет в поле. Блять, он по мане просто сохнет, у нас манорегена особо нету. Заходите в данный, что ты уже как уже стоит. У него с шмоном не так, он всегда сохнет и в ДЦ, и в полике. А как он может вызохнуть? Там, там же щитки ломаются, ну... Так я нажимаю не одни щитки. Так а нахуй тебе еще что-то нажимать? Там щитки нажимаешь, молитва восстановления, она вообще мало жрет. Потом что тебе еще надо, исповедь. Мне кажется, в ДСшнике. Сколько у тебя, глянь, хил с абсорбом вместе. Есть у тебя Геншин? Хил у тебя 2000, абсорб если больше 6000, то надо его спекать. У тебя десятка там, наверное. Или сколько? Да. Я не проснулся еще, да, десятка примерно. Он не люблю щиты, он что, он 10 тысяч хпс? Да, он нормально дает, ну то есть... А Геншин 9200 с учетом абсорбов. У меня просто показывает, он 8 дает. А что, у него еще абсорб какой-то есть, блин? Мне кажется... Рекаунт не все показывает, это раз, два у него есть. У него там от этого же, от молитвы, по-моему, Т4 дает какие-то абсорбы, щиты. А, там, вот... там залупа. Ну, сколько залупа? 124 тысячи, 8% исцеления. Слово силы щит, Т4, обновление. Как ты играешь? Т4. Ну-ка, сейчас я посмотрю, чем ты хилишь там. То есть у него Т4, 300 тысяч нахилило. А на втором месте стоит тоже. Божественный оберег, который тоже, блядь, этот. Который тоже абсорб. Ты молитву... Это сколько раз ты кастанул? Это вот у меня 60 показывает. Это тики или что это, блядь? Или... Молитва. Или сколько? Или ты ее 12 раз дал, блядь? 15, ну, молитва исцеления. Ну. Ну там ты в КД упираешься в любом случае, ты больше не дашь. Ладно, я по-другому вот объясню. Есть несколько молитв. Вот. Есть молитва восстановления, которая прыгает, есть молитва исцеления, которая кастуется. Ладно, ты не понял. Значит, молитва, она кастуется на группу 5 человек. Вот когда даешь один каст, тебе в рекаунте пишет сумма 5, получается. Если даешь 12 кастов, сумма 60. Вот у меня 60 написано. Ты еще 12 раз, получается, прожал. У меня написано 90 попаданий, если она на 5 человек. Читай 90 на 5 делей. Сколько это будет? Да мне, короче, интересно, блядь. Ты ее когда кастуешь? На взлетке или когда? В смысле, я хилю не ревьюшками, а молитвой исцеления. Я понял, блядь. Кто тебя так научил хилить? Ревьюшка взята. Что хилить ревьюшками? Ревьюшка взята, испытание веры взято. Это, ну, пиздец. Усиленное вот это. Испытание веры к ревьюшкам. Усиленное обновление. Усиленное исцеление тебе нахуя в талантах? Вообще, вот что ты им делаешь? Просто так таланты проебал? Мы же говорили с тобой. Усиленное исцеление? Почему не просто? Ладно. Ну так это для хила танка. Ты прочитай связующее и великое апает. Вот и думай. Великая, блядь. Не могу понять, блядь. Ну ты же постоянно кричишь, вой, там все, включая режим ПВП, вот он ебал талант ПВП. Да я не знаю, нахуй. Режиму готовится. Я видел, сколько у тебя хосты? 1200. Помню, сейчас какой-то непохоняй занимается. Или мы ждем кого-то? Да я, блядь, пытаюсь разобраться. Да он по мане просаживается, пиздец. Ты ее просто даешь без... Или ты на быстром настакиваешь прозорливость? Или на связующем? На связующем два стака сразу. Как ты настакиваешь? Или ты если просто... есть время, то я настакиваю. Если его нет, то я его и не настакиваю. Да тут не будет времени никогда на лане. Тут видишь, как рейд проседает. Ладно. Тут людей ебут. Я понял, блядь. Надо нам с тобой поиграть в одном рейде, блядь. Своего 245-го холи приста воткну скоро. В обычку с тобой пойдем. Это нормально, он хилит. Он колодец еще бы воткнул нахуй посередине. Да колодца там нету нахуй. У него в талантах. Вот это вот великое исцеление, усиление, нахуй оно не нужно в талантах.
Ладно, похуй. Не, просто, ну, если ему ману, два друида ему сейчас ману сдали, он все равно сухой. А потом у нас остается. Ну, то, что гимны есть, это мало о чем дает, блядь. Они будут сдавать гимны, потом обратно уровень маны будет падать, а реснуть они нихуя не реснут. Единственное, что реснет, это тотем, блядь. Тотем, блядь, ну, я не знаю, сколько там? 5 минут КД? По-моему, он, ну, один раз только за бой может дать, это где-то... Перед второй взлеткой, наверное. Чтобы максимально профитно зарезать. Ладно. Так. 300 бафов нету. Ну дайте. Дай отчет. Сейчас не давайте ничего, я оставлю, может, ты нужны потом. Скажешь, короче, я оставил стерео. Так вот, у тебя через 3 секунды кончается, отдавать, да? Да, давай. Все, закину. Не проебите там, дураки, внимательно смотрим. Как сказал. Только надо было нести, где одна лужа. Очень жаль. Смотрите, там на взлетке вставайте подальше от тех луж, где много. Там первого пропадете. Ну, это мало что меняет. Тени 5 секунд и после эфир. Геншин сухой. Вадикон по Геншину. Ну, Ревиз, давай по не люблю. Мастер упустил, не был ни одного никого. Вадикона укушу, Вадикон. Так, бидончик, давай работаем. Шектор, бля, проебывай ману, там пиздец. Что ты фуловый? Я не знаю, она не кончается. Криты, значит. Так, давай проеби хоть немножко, чтобы, блядь, ТТ не зря ставился. Сейчас еще немножко. А, наверное, это... Кого, наверное, это сыпка, блядь. Рависта. Хурюка надо, хурюка. Давай хурюка укушу. Я, короче, хурюка укушу. Не кусайте хурюка. Так. Значит... сейчас... Давай, ставь бидон тотем. Не люблю на ману, читай. Инера там от... Вот Фир сейчас 3 секунды, готовьтесь. На связи, готовь сейв. Вадикона укушу. Все на фул захилимся. Вадикона захилите. Так, я буду рарника кусать сейчас. Там не кусайте рарника.
Рави стопу пустит. Так, салона. Кушу призана. Ротник, беги сразу под босс, пожалуйста. Ну, вот когда... Да, вот еще не зыбка. Я рядом. Сейф, да? Я уже дал. Я рядом, я рядом. Стоял, сейчас тени будут, сейчас тени. Призан, призан. Ну, давайте, Леру. Все, давайте, да. Сейчас он вернется. Поты, уже. Поты, поты. Все, осталось я только пару теней вынести и все. Через 15 секунд надо будет стереть еще по мне захрену. Ага, у меня есть. На тебе сейчас своя? Да, на мне своя. Хорошо. Тени 5 секунд, готовьте сейчас их вынести обязательно. Гетши на ману ебани. Скажешь, короче. Invisible. Все, давай, давай. Да. Десять секунд. Бьем. До берсы 15 секунд. Бьем. Это победа. Да, молодцы, это красиво. Как-то просто, да? Красиво, так, красиво. Где этот щит? Молодцы. Щит. Вот вам даже, я не знаю, косарь ИП просто сверху. Ладно, запомним. На ИП потом зайдут челики. Блять, смотри, завоеватель выпал, нахуй. Где мой на ДК токен, блять? Я ебал, блядь. Не, ну вот эта победа не то, что в тот раз с этим ху... и нулей охуилом, короче, было. Вот это пиздатая победа. Да, красиво сыграли все. Это место. Да, все начали исполнять. Красиво. Молодцы. Так, что там, Вадикон 50%, Пучина? Ну, это на Мишку. На Мишку? Какого Мишку? Ты уверен, прям 50%? А нет, если кому-то надо, пусть забирают. А, нет, кстати, просто... да, на медведя хорошо. На этого хорошо. Не, ну, нормально. Войт. А, чё? Можешь Синдру задеть? Ща подумаем. Ну, бля, я не против, типа, блядь, ну давай хули сходим, блядь. Три Синдру. Вот. Три трая, будете дохнуть на взлетке, когда глыбы стоят. Если будете дохнуть, ну, тогда я не буду ее траять. Потом после профа будем траить уже. Там надо научиться, чтобы челики не сдыхали, там бомба будет убивать. Она не как в обычке. Нет, да это понятно. Главное не стакать высвобожденку вообще, чтобы ответным ударом по рейду не било. Еще до той фазы дойти надо. Так, ну смотри, ну Вадикон, мне тут Invisible 10 нажимает, я думаю, тоже ему нахуй не надо. Хотя, хуй знает. Я говорю, мне так, типа, на успех, если кому-то хоть как-то, но надо, пусть забирают. Я Мишкой в РБК хожу и туда. Ну вон, если давакину не надо. Короче, Invisible на тест тебе, блядь. Я не знаю, если что, это Вадикону отдашь. Забирайте эту хуйню бесплатно. Так. А хулидринка нету, да? Нету. Ну, следующему отдавай. Хулюку. Равист вроде собирает следующий раз. Там еще. Завоеватель. О. Мурзик. Ну и защитник. Мурзик. Бля, а сколько еще ДС надо на него? Три. Три ДС. А, у меня только два. Там же написано. Вот. Три древнейших саранита. Ну погнали. Че, вы куда пошли? Там на Синдру, да? Да, на Синдру. Ну погнали, попробуем. Синдра несложная, на ней самое главное вот эти стаки на себя отслеживать. Да также такая же хуйня, как с укусами. Если вы это отслеживаете, дальше тактика, ну, простейшая. Единственное, там кто потеет, это танки хилы, чтобы. Если танк падает, все, пизда рейду. У нас телепорта нету, блядь. Хил. Вот я тоже про это думаю. Ну, допустим, аспектнем 6. Призан аспектнем 6. Вот, и у нас будет... У нас будет... Надо смотреть в ДПС. Самое главное, чтобы... Ну, что там? Третья взлетка еще. Ладно, там будет очень напряжно. Да.
Так, значит, мы вот же свичним призана сюда для тотемов. Вот же у нас там будет. Ну и можно, в принципе, еще. Допустим, так вот. Чтобы было спокойствие в трех пати. Да, ну портуйся пока что. Шестым хилом побудешь. Ну-ка, сейчас мне интересно, что это тут у тебя трай было. Я помню, у нас кто-то хилил этим через молитву. Но то, что связующим стаки набирать, это стопудово. Хотя там и маны больше проебывается. Ну, блядь, два стака, наверное, того стоит. Связующая молитва. У тебя просто... Зато не стоит, потому что есть чарки с ТТГ. А, там прокает что-то с чарки, да? Ну пошли заходим, хули там кого нету и похуй. Я думаю, больше хпс будет, если через обновление играть. Ни разу. Либо столько же, либо меньше. Ну, по факту, смотрите. У тебя фаза... Меньше будет, потому что... Помните, как ее звали? Я уже не помню. Та женщина, которая вернула эту травму. Она играла только через обновление и вообще... Не, я не говорю только надо играть через обновление. Надо и надо его юзать. Но тут есть момент, когда вот босс на земле, да? И эта хуйня от пакта по всему рейду стакается, да? Надо в этот момент больше обновлений кидать, чем кастовать эту хуйню. Она в оверхил уходит дохуя. То есть на хп-присте чё, если ты оверхил дохуя, вот даже вот давай откроем избыточное. Не, избыточного так-то не очень много. Еще раз, как раз таки обновление уходит в оверхил, они висят 10 секунд и работают ходки друида. А ходки друида чаще всего уходят все в оверхил. Ну да, у него оверхила дохуя. Поэтому и хилится через молитву исцеления. Через ПД хилится, когда у тебя дохрена сокетов, и ты не хочешь просто перебивать их. Ну. Через что хилится? Через обновление. Просто когда у тебя, впадло перебивать камни, и все. Вот и вся разница. А в чё камни? В СПД? Камни в СПД надо. В СПД, у меня в хосту половина камней. А-а-а. Ну так-то да, блять. У меня, по-моему, СПДшный хулиприст я делался. По-моему, я там... хосту не ставим. Так, я с этой стороны заберу. Сводим в центр этих петухов. Дайте агро, блять, вы чё? Убить. Да, не знаю, это... Ну, вот, допустим, чё, МВшка, она смарт-хилка, она по просаженной цели идет. Потом круг тоже смарт-хилка. Ну, а это... Как она, блядь? Молитва исцеления, она не смарт, она просто по пяти челикам идет. Ну, не факт, что они просаженные будут, эти челики. Ну, хорошо, когда равномерно рейд приседает. Я не знаю, как там надо смотреть. Я молитву юзаю, но... Ну ладно, может. Не после ЛК, на котором нет АОЕ урона от босса. Не понял, что ты говоришь АОЕ урон? Скажи мне, в ЛК босса, не считая, ладно, вальки, где нету АОЕ урона? Это... Ну так, если смотреть, ну допустим, что, если брать ребро, служи выходят, там... Идет постоянно уйм. А там обновление не поюзаешь особо, да, там особо не поиграешь. На этой. На леди, что там, ну только стрелы снимают пол хп, допустим. И то там щитки закрывают. Стрелы, лужи, люди любят купаться. Лужа это считай, один круг ты дашь, и все. Больше ты ничего не можешь. То есть, ну, кастануть молитву исцеления там не варик. Пока ты кастанешь, не захилится уже. На секунду, это быстрее, чем каст паладиновской херни. А пучина кто забрал? Не по ГП не показывает ее. Давайте раз на себя подытожу по итогу, вот, блядь. Вот есть, например, вот, ну, приск. У него три специализации. Читаем первую. Послушание. Шляпа. Ну, типа терпила.
Остаются две. Есть тьма. Ебашить, свет включить. Все. Сука. ДЦшник хуйня, короче, да? Не, ДЦшник он уникальный тем, что, блядь... Это как будто у тебя ХП увеличивается. Ну, здравая тема прям. Она к хилу не относится, но прям... Илон. Вот самое ключевое, но к хилу не относится. Абсорб. Не, ну, блядь, просто хэ-прист в 25-ке, он в любое, блядь, просто нужен. ДЦшник, ДЦшник это саппорт. Он помогает хилам. Все верно. Холик заебись он просто, вообще. Здесь на хилусе он просто какой-то, ну, востребованный, потому что здесь десяток много. И, блядь, порой, ну, реально без ДЦшника там никуда, сами знаете. А я не давал. Я не думал, допустим, да. На некоторых боссах, да, Лич, допустим, когда он заражение кастует, ДЦшник да очень спасает. Причем последний раз ходили десятку, ни разу ДЦшника не было. У нас друид хилил и шаман, блядь, вообще даже без хода пал. Да любые хилы захилили. Все прохиливается. Главное, чтобы не знали, как, типа, хилить. Не, просто это облегчает. ДЦшник, я говорю, это саппорт до хилов. Он тебя не хилит, он тебе повышает количество ХП, ну типа нанесенного урона по тебе. На, можешь больше выдержать тычек. Да, вот если босс бьет 50 тысяч, а у тебя 30 тысяч ХП, ну, тебе щиток раз накидывают на 20, допустим, раз ты выжил, все. А так ты бы умер давно. До следующего удара умер. Ну да. Ну это я так, грубо говоря, пример привел. Я что-то не понял, как они меня под напулом убили. Да, потому что это ты. Вот и все. Нет, я, блядь, я этого реально не понял. Я кинул на пол. Ой, да. Подробности. Не, надо реально. Просто смирись. Кондаки под напулом и на тебя агрится. Это вообще какой-то рофл. Я тоже умирал пару раз под напулом. Один раз, конечно, меня Ваня напуливал, но второй раз я вот так умер сам. А веер по всем целям бьет? Да. Независимо от количества? Да. А у мы теперь еще и по всем они яды накладывают вообще. Только тикает, пиздец. Ничего не знаю, веер дает, стоит 3 маны и дает одну карту. Короче, на циркуле была хуйня, что хэприста на синдре, когда освобожденка вешалась, и ты кастал молитву исцеления, а в конце круг давал, у тебя вешался только один стак. Вот здесь, по-моему, такая хуйня не работает. Вот, и тем самым очень печально. Ну, по сути, единственная ротация, если ты... Если 2-3 хила там, да, под освобожденкой, если это хэприст и рдру. Ну, рдру что может дать? Буйный дать один раз и все стоит скидывать. А хэприст может... Я думаю, профитнее будет ему ебануть молитву и после круг. Это супер бурстовый захил. С какого трая Сендра убьем? О, не знаю. Сейчас посмотрим на первый трай. Я же не знаю, как вы сыграете. С третьего, я думаю. Рейда? Ну, возможно, и рейда. Сложно, боссы задроченные сейчас просто, чтобы все, кто ходит, раздуплились.
Можно было бы Синдру так танчить. Я зашел за стол под дыхание, блядь. Или на притяжку, да? Угу. Не забываем хилиться. Тему уберите. Так. Раз. Так, значит, отличие в чем? Наметку больше здесь. Наметку больше будет. Так, или что? Или подальше, да? Подальше. Место, чтобы побольше было пацанам, блять. Так. Такс. Не знаю, сколько там ринжа нахуй на глаз хуярим, блять. Допустим, так. Вот эти метки мы ставим на взлетке. Это саппорт, да, у истории. Значит, самое главное, вдвоем в одну метку не забегайте. Я вас не буду заставлять бегать там звездочка-звездочка. Ну, там ДБМ же ставить какие-то метки. Вы на это хуй забейте. Главное, чтобы в одной метке был один челик. И метка ставится звезду обязательно. Это для танка ставится. Вот там кто-то с миликов, кто чтобы туда на ступеньки не бежать, забегайте. И 6 будет. 6, да, глыб. Угу. Нет, не по ДБМ, Invisible. Ты в Дисе? Не по ДБМ. То есть, это метки просто местоположение. Я могу их убрать, в принципе, но пускай будут. Вот. Мне важны только две метки. Это звезда и кружок. Это на второй фазе. Рейд. Положение рейда в звезде. Положение глыб в звезде, положение рейда в кружке, положение глыб в звезде. И так же, как и в обычке, мы делаем. Здесь, грубо говоря, выполняется условие ачивы. Вам нельзя ни в коем случае пропускать глыбу. Это условие ачивки. Вот. Когда там в сторону скажут, это будет три взлетки, скорее всего. Так. То есть, как вы играете? Вот РДДшник, допустим. Допустим, Мурзик играет, Мурхик это дамажит, да, такой стоит в кружке, дамажит. Хуяк прилетел в склеп. Его действие. Он стоит в кружке до тех пор, пока таинственная энергия не спала. Как только она исчезла, он мгновенно делает в сторону этот самый шаг и обновляет доты и дамажит дальше босса. Его действия такие же при наличии освобожденки. Нихуя не кастует. И стоит только в кружке. Вот его действие. То есть 0 стаков. Нельзя ему обновлять стаки. Вторая глыба прилетает. Челика в звезде разбили. Вторая глыба. Действие челика, если у него нету освобожденки. Его действие. Значит, он стоит. На первой скинул. В бок вышел, дамажит. Побежал челик в звезду. Он возвращается в кружок сразу, как только увидел, что челик в звезду бежит. И сразу, как появилась глыба, он уже под защитой этой глыбы стоит. И стаки с него скинулись. И только как они скинулись, сразу он делает в сторону шаг и начинает дамажить. Если вы будете проебывать секунды вот этого момента, когда обновлять дамаг по боссу надо, то есть продолжать бить, мы хуй убьем по ДПС. Но билики то же самое, только вам придется ждать, когда глыба заморозится звезде. И потом уже бежать ее, попутно ее подбивать. А то и разбивать. Ну там будет сколько? 3-4 там глыбы разбиваются. Одна или четвертая или пятая притяжка. И оббегать ее и хуярить босса. Там будет где-то локоть впереди звезды стоять. Там будет место. Только так, милики. Так что я думаю, вы с этим справитесь. Ну и самое главное, на взлетке 4 бомбы считаем и глыбы бьем. Когда босс приземляется, уже глыбы должны разбиваться, а не по пол хп стоять. Обращайте на это внимание. Потому что надо бить босса, а не глыбы.
Вот, ну, потому что мы их убьем. Ну и это. В общем, ничего сложного. Милики, за обморожением тоже смотрите там на последней фазе. Кто там будет анонсить? Геншин. Сможешь посмотреть, на скольких хилах будет освобожденка? Ну, допустим, если на 4, то это прям экстра режим. Вадикон, Равист, подключаетесь к хилу. Подхиливайте рейд, чтобы рейд не проебался. Потому что если это, скажем, будет Шектор, 2 шамана и Геншин... Я не смогу. У меня тут это, у меня сестра в комнате. Ага, хорошо. Кто сможет говорить голосом, на скольких хилах освобожденка? Если 3 хила еще как-то можно... ГП за это будет? Не обращай внимания, мы вас вводим в чате. Так, ладно. Рыбу надо? Нет, я хуй знает. Тут рыба, короче. Я посмотрю. А что по танкам? Нам что делать? Ты чилишь. Вот. Бегаешь сбоку босса. Кидаешь истерию там кому-нибудь. Я, короче, буду топи давать. Ты с бигдемом. Бигдему давай, когда он скажет там. Ну и на второй фазе твоя задача, смотри на связи. Значит, твоя задача. Ты не считаешь никакие стаки. Вот просто глыба появилась. Любая. Ни глыбы не считаешь, ни стаки. Твои действия. Появилась глыба звезде. Ты стоишь в кружке уже максимально быстро. Скидываешь стаки. Вот первая даже глыба, если это первая. Ты стоишь звезде. Сразу прям первый же стак скинул. 0 стаков у тебя стал. Сразу пошел меня менять. Ничего не ждешь. Не считаешь ничего. Максимально облегчаешь себе задачу. Это твоя основная задача. Если вдруг получилось, что ты бежишь скидывать, и на тебе секунду осталось, а глыбу уже разбили, ждешь следующую. И как только скинул, сразу идешь менять меня. Все, вот твои действия. Когда приходишь на босса, соответственно, смотришь. Там это. Хилы не проебите. Давай, призан. Смотри за на связи. На второй фазе. А бидон на войде щиток. Вот, и не проебите, соответственно. Шектор, там присты тоже не расслабляйтесь. Отжи не расслабляйтесь. Тоже, это, омоложение и быстрое восстановление еще подхилить танка. Потому что нам на 5 стаках может 10% хп плюс автоатака останется. Просто танк упадет. То есть расчехляй удары смерти. Дотки обновишь. На бойся удар смерти. Захват рун. Всю эту хуйню готовь. Чтоб не сдохнуть максимально. Говорят, легкая, но я хуй знает, я давно не был. Я убивал еще до нерфа. Было тяжело. Рарник тут, нет? Все готовы, иду запускать. На пулы, на войда там. Хорошенько. Где эта тварь? Тяжко будет скоро, готовьтесь. Ближе вставайте, босс. Беги, малышка, беги! Так, ну кто-то, ага. Все нормально. Меточки смотрим, звездочку обязательно. Челик и остальные 5. Ага. По центру падает. Она шотает, если что. Имейте в виду сейчас, блядь. Слева. Глыбы бить надо. Вот так вот просто напомню. Две глыбы упало. Фуловые слева две стоят склепа. Где глыба? А, слева близко падает. И справа фуловая стоит с краю самого. Вот четвертая последняя падает глыба. А склепы фуловые стоят. Прием. Ну, типа... Резче по склепам. Вот видите, блядь, надо босса уже бить, а вы глыбы еще добивать. Короче, получше по склепам научитесь. Посерьезнее как-то. Там, ну, не ебланить надо. Или все дамагеры, блядь, из склепа.
тяжко будет после дыхания, да? А вот наебал. Что-то напутано у меня. Ну вот пацан минус, блядь. Давай, вот же рез его сейчас, когда он это упадет. Не люблю щиты. Ёбаный, чё это было, блядь? Ты таунт нажал? Не нажимай таунт никогда. На связи. Точно было, блядь. Случайно просто. Ну убери его, ну не тыкай. Осторожно с этим очень. Ну, в смысле, не убираем, блядь, но это... Меточки подбиваем, блядь, прием. Доток поднавешайте. Ну исправляйтесь, ёбаный в рот. Две глыбы упало, сейчас еще две осталось. Сзади падает. Ебать. Сейчас подъеду, блядь. И последняя слева далеко. Босс приземляет сейчас после нее. Центральную, блядь, разбейте. Так, кто позабросил истерию? Вторую. Бать, у нас милики жесткие. Ну я вам так скажу, это какая взлетка была? Вторая или третья? Вторая. А, ну хорошо тогда. Да, вроде ДПС должен быть. Чтобы пройти. Нормально, мы идем как в обычке, блядь, по сути дела. Не, в обычке уже в это время переводим. После второй взлетки. Да, не всегда, блядь. Ну там от рейда зависит, конечно. Ну, 5%. Да, в принципе, посильнее рейд. Меточки, вдвоем не бегайте, блядь, двойной дамаг получите. Справа далеко. Все, на второй фазе главное не паникуйте. Сначала метки, потом босс. Так, третья близко. Так, и четвертая, последняя, готовимся слева близко. Сейчас Синдра садится. 5% до фазы. Дамажим. Я думаю, великим там место нормально. Значит, притяжка будет уже на второй глыбе, скорее всего. Так что готовимся. 2%, 1%. Первую звезду и сразу разбить. На связи сразу за первой же скинь, сразу меняешь. Все, фаза пошла. Это с освобожденкой не стакаем. На ком там? На, захилить его. Челики с ним бегают, рядом прыгают. Смотрите, не заморозьте лишний скреп. Сразу разбиваем. Секунда глыба. Менять? Да, конечно. Нет. Так, мифика за фулл хп захильте. Так. Ворона. Сейчас притяжка будет, готовимся, захиливаемся. Вадикон, рис и вара. Неси вот топа, просто вперед. Просто вперед. Не бей. Звезду неси, да в звезду. Уходи оттуда. Сейчас будет притяжка. Ну, блядь, ты сдвинулся. Да вам шаг сделал. Шаг, нахуй. Да они этот шаг никогда не сделают, нахуй. Ну почему вы такие, блядь? Разбивайте глыбу. Они не скинули сейчас стаки, они просто сдохнут сейчас. На хп дал. Так хули толку, они, ну не понимаете совсем этой хуйни, они не будут двигаться, топа, они же, блядь, вросли нахуй в землю, они не будут двигаться, блядь. Да, при чем тут двигаться, не двигаться, нахуя вы глыбу убили, которую не надо было убивать. Это первый момент, а второй момент, типа, тебе говорят, неси прям, ну, за ней прям рядом ставь просто и все, и нахуя ты куда-то в сторону побежал сначала. Так там стоит кто-то, дамажит, блядь, по ней.
Да без разницы, иди. Да, это похуй на этого игрока. Напомню еще раз, вот если вторая, на второй... А я знаю эту метку, это мои бесы, походу, добили. Да похуй, похую. Самое главное, ты когда несешь, неси звезду. Похуй на все, кто там стоит, что там стоит, поебать. С него стаки в улыбе, если еще скинутся. Кто дамажит, они отбегут. Критически важно на этом боссе не ловить стаки за каждый рейд. Ну, вот я стоял, да, я пришел скидывать стаки, я сдвинулся влево. Вы хуй когда сдвинетесь. Вот когда вы начнете сами сдвигаться, у вас босс будет падать с первого трая, я вам эту хуйню обещаю, прям, блядь. А вот пока у вас мозг замороженный, блядь, вы пришли сюда, ага, вросли нахуй в этот кружок и все, и стоите. Вы не можете право-лево сдвинуться. Поэтому, блядь, смотрите, ваша задача... А, не надо шкаф здесь ТП. Это скинуть стаки. Если он даже левее звезды поставил, что категорически не поощряется, блядь. Это все равно делайте, ну, с движением, блядь. Потому что, ну, пятый стак на вас пойдет, просто вас аура убивает. Каждые 33 секунды, вот посчитай. Ну, я говорю, ну, сейчас это не про то, говорю, блядь. То есть глыба, которая вторая ставится, она не должна умирать. То есть люди стоят в центре, в кругляшке, ждут, блядь, притяжки, нахуй топа просто ставят рядом, блядь, и люди в центре стоят и ждут притяжки, блядь, никуда не смещаясь. Просто какого хуя вы убили глыбу? Вот в чем вопрос, блядь. А не то, что там в бок, не в бок. То есть эта глыба не должна была умереть. Весь рейд стоял и ждал, чтобы она не умерла, блядь. А глыба умерла. Какого хуя вопрос? Ну, то есть ее добивают на 50% хп, и все, потом, соответственно, стоим чилим. Если появилась вторая, бьете вторую, первую не трогаете, нахуй. А потом, когда притяжка прошла, сразу две убиваете. Угу. Все правильно. Там получилось, там глыба умерла прям, блядь, там, в секунду, блядь, от притяжки. Это я распоярил. Вижу глыбу, бью глыбу. У него бабл, че ему похер. Все готовы, иду запускать. Ну, считай, два ляма нахерач. Этот вар, ты как сдох там, блядь? Как он сдох? Обморожение 20 так? Вот этот тулитон, блядь. Летит, летит, вы че? Глыба. Ну не надо было там стоять, значит. Блять, стерео куда ушла. Ты бы просить приучился или макрос напиши. Да, я прошу, говорю, кидайте за 2 секунды, либо в начале боя, потому что я жму бурсты, а потом стою и жду, блять. Я уже не жду, я просто нажимаю свои, и мне начинают кидать стерео. То не кидают, то кидают, хуй пойми. Сейчас притяжка. Ты бы лучше брал ее после этой, после своей уже. Ах, она тебе перед своей прыжинкой. Потому что из серии 3 минуты, когда я умею бот стадия. Двое. Вставалку юзай. Рви, стреснешь пэса. Потом. После того, как... Куда мы бежали? Хурюк. Бичи, блять. Ну хоть так. Ой, ману, рядом. Ману там все рисы, бедом. Типа как он называется? А, вот это там, туда же почти. Он крайний, вот которая передняя глыба, крайняя справа, блять, ее подбивайте там. Блядь. Фуловая стоит, просто фуловая, всем похуй. И еще смотри, тело прибавилось. Вот, ГЦ, нахуй, нормально тебе там, блядь? Как оно, блядь? Миллион урона, блядь. Резай водикон этого бича. Кирсори. Пробую. Почему первый трай всегда заебись? А потом а говно. Я его встречал, убьем. Да, ну конечно, да. Тяжко скоро. Кто фонит? Не знаю, я лайк. Беги, малышка, беги! ДПС зовут. На, нахуй. Волка сейчас в НХ пойдешь качать. И чарку на скорость на тапке, нахуй.
И вообще зелье, блять, этой быстроты, блять, зелье скорости, блять. И ПС, смотри, стаки, да? Просто так, ну, я не знаю, ну, блять, вы прикалываетесь? Съебать. ПС, ну как так? Не-не-не, ложитесь, все, хорош, в разнос пошли. Да я даже бить не буду. Выходите, падайте, умирайте. Просто вы когда вот это босс улетел, вы на самый верх лестницы не бегите. Ну станьте там вот, не знаю, раз, два, три, четыре, ну на пятой ступенечке. Метки появились, одни вниз, пацаны назад отойдут. Вы расставили все, все сбежались. А вы бегите, блядь, все на самый верх, а потом не знаете, где стать и пиздец. И по спринтами убегаете, хер знает куда. А ты, ПС, это самое, слышишь? Ты туда не вставай. Да, конус. Блядь, конус. Просто, если бы пошел бы через рейд, я бы с этой освобожденкой бы там полрейда бы, блядь. Ты туда никогда не выходи. Конус у Синдры 120 градусов. Вот если ты круг разделишь на три части, да это. Да я вот... понимаю, геометрию, понял. Это дохуя прям. Это очень-очень широкий конус. Она, то есть, когда дышит, она головой так крутит, там пиздец.